Так, жучка, давай ошейничек одевай. Одевай, потому что мы сейчас с тобой пойдем ополаскиваться. Да, жуч, давай свою удавочку одевай. Удавочку одела. Пойдем, жучка, пойдем. Нет, в другую сторону. В другую сторону сейчас пойдем. Да. Жучка, надо ополоснуть. Пойдем, мой хорошенький, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Сейчас тебя из шланга плесканем. Да, видите, как ведем к шлангу? Потому что по-другому она не пойдет. А нечем у нас, шампуня нету. Но нельзя нашим мыть. Так ее мыли недавно. Стой, жуч, подожди. Все, стой. Машеньки, сейчас будем мыться. Да, мыться будем. Мыться. О, кипяток. Пока. Представляешь? Ну, нормально мой ее. В шланге нагрелась вода. Ну прям кипяток. Кипяток. Жучкан хочет убежать. Жучкан, конечно, хочет убежать. Но он не убежит. Да хвостиком кто это виляет таким хвостиком своим, а? Это кто это? Водица. Водица, жуч, водица. Да куда ж ты убегаешь? Вон гуси. Гуси бы мечтали. Да куда ж ты убегаешь? Почему тебе не нравится водиться? Холодная она, наверное. Нет, она отличная. Отличная жучечка. Водиться. Водиться. Куда? Куда, мой хороший? Куда водиться? Водиться. Чего ты кругами ходишь? Чего ты кругами ходишь, мой хороший? Водиться. Ну, тебе же жарко. Тебе же жарко, да? А смотри, как хорошо сразу стало. Давай, жабо. Жабо твое помоем. Водица, водица. Что же это? Ножка твоя больная. Вторая ножка. Пузико, хвостик. Иди сюда. Там зрители в партере. Не хочешь их помыть? Зрители? Всех помыть. Жить, да? Хвостик надо помыть. Подожди. Меня не надо мыть. Да кто же от меня убежит-то такой хорошенький, а? Кто же убежит-то от меня? Давай хвостик помоем. Хвостик. Ну, жуч, давай. Давай. Все, беги. Беги, жучка. Зрители будешь мыть? Зрители! Не ори, Лизка. Давай чуть-чуть помойся. Лизка. Да, чуть помойся. Молодцы, молодцы. Молодцы, мои хорошенькие. Водицы вам немножко. Водицы чуть-чуть. Что у вас водица горячая? О, кипятошная. Надо вам. Им бассейн поменять. Надо вам все поменять. Ой. Эй. Так, гусачки, бассейн вам спущен. Да, сейчас набираем воду. Вот по всем баночкам везде воду вылили. Набираем по всем баночкам воду. Старую выливаем вот сюда, на газончик. Они тут и поплещутся, и травка расти будет. Газончик чуть польется. Да, насосы. У нас здесь насосы повсюду, да, мои хорошенькие? Да, мои хорошенькие. Сейчас вы будете плескаться у меня в чистенькой, холодненькой водице. Сейчас вы грустные, но буквально через минут 10 вы уже будете тут веселиться вовсю. Да, вовсю будете веселиться. Набираем бассейн. Вот это, конечно, каждодневная процедура. С одной стороны, очень удобно, что он маленький. И его можно просто слить и просто набрать. Там, потратить на это 15 минут. А был бы он, представляете, 3 на 3, слить его уже не так просто было бы и почистить, соответственно. Там уже какой-то жук-плавун. Не знаю, ну, не буду показывать. Жук-плавунец уже там какой-то живет в нашем бассейне. Помните, там и карасики жили. Да, но что у нас? Говорят, что завтра последний день, такая жара, а потом она спадет до 25 градусов, то есть будет уже комфортная температура. Вот, так что осталось нам мучиться-то
недолго, ну, как мучиться. Вот я, конечно, поражаюсь. На юге всегда такая температура. Вы же едете на юг вот именно за такой температурой, чтобы валяться, не знаю, у бассейнов, у моря. Идите на реку, пожалуйста, идите на реку, валяйтесь, купайтесь, никуда ехать не нужно. Юг сейчас здесь. Я поражаюсь, кто, опять же, кто уезжает сейчас на юг. Ну вот, так что, в принципе, комфортная температура. Работать, конечно, в такую температуру тяжеловато. Ну или нужен кондиционер в доме. На улице работать, ну, честно говоря, нет желания. Вот до 25 градусов упадет температурка, и мы будем продолжать работать. Будем продолжать работать. Еще с птичником с этим нам еще доделывать много. И тут еще по благоустройству участка у нас много дел. Так что вот она сейчас спадет температура, будет температура комфортная, и будем работать. Им налил свежей водицы. Вы представляете, они даже перестают есть, потому что жарко и водица теплая. Вот здесь вот в ведрах, во всех бачках. Водица теплая, они ее особо не пьют и, соответственно, перестают есть. А вот сейчас вот водица налил, и они сразу начали травку щипать. Сразу начали щипать у меня травку. Да. Вот травка небольшая, но они любят маленькую травку. Я их вожу к дяде Мише, где большая травка, они почему-то ее там не щипят. Они любят здесь. Особенно им нравится травка в теньке. Поэтому вот там вот нужно нам расчистить немножко территорию. Вот там вот и... Там такой тенек, и думаю, будет хорошая травка у них там. Да, мы хорошо. Вот какая балерина у нас. Какая балерина у нас. Вот это балерина. Вот это совка ты балерина. Да. Барелина? Да, молодец, ты барелина. Давай-ка еще. А на шпагат сядешь? Давай-ка, как Волочкова. Ну-ка. Лиска барабанщица. Что ты делаешь, а? Лиска-барабанщик запрещенный. Крикун. А? Лиска-гагара самая настоящая. Лиска самая гагара. Потом гагара-совка. И пипикалка. И Ульрих-пипикалка. Да. Свистульку тебе вставили кое-куда, да? Вот и ходит, пищит. Да, лиска у нас гагара. Самый настоящий гагара. Вот он какой. Гагареныш. Да. Чё-то рыжий сегодня не приходил в такую жару. Может, к вечеру придет. Может, к вечеру. Так, ну а в теплице, видите, у меня помидоры достигли уже максимума. Сейчас я вечером, конечно, буду смотреть, возможно, их опускать где-то. Ну, или уже прищеплять макушку, потому что, ну, дальше расти им уже нет смысла. Пусть макушку прищепить и, соответственно... получать урожай уже от тех цветочков, которые зародились. Вот, все, край. Край. Сегодня у нас будет поливание, прищепление макушек и, соответственно, пасынки будут смотреть. Помидоры, ну вот туда сейчас, там температура, ну вот градусник висит, просто зашел посмотреть, какая там температура. О, видали? Почти 40 градусов. Ну, я туда не полезу, конечно. 40 градусов. Помидорки вон. Вот они, видите? Размеры их. Вот они. Шикарные. Сегодня польем. Температура хорошая. Солнышко. Помидорки любят такое. И огурчики любят. Главное, чтобы поливать. Водичка была и все. Так, ну а бассейн у нас почти наполнился. Сейчас будем... кораблики пускать из гусачков. Вот они на грядочке. Да, перчики уничтожили. Молодцы. Молодцы, мои хорошенькие. Уничтожили к чертовой матери перчики. Они и не нужны были, скажи, да? Они не нужны, только хлопот с ними. Правильно. Все, поплыли. Поплыли, мои хорошенькие. В холодненькой водице. Поплыли. О, море волнуется раз. Море волнуется два. Вон сколько выплескивается, видите? Сколько выплескивается водицы. Сейчас начнут резвиться. Водица холодненькая. Самому хочется порезвиться в такой водице.
И вот они песок едят, вот там вот. Вот почему хочу кирпичами обложить. Вот они песок жуют, а потом в бассейн накидывают. И в бассейне там на дне столько песка. Ого-го. О, ребятушки. Ребятушки. Сколько воробьев прилетело покушать. Запели птахи. Гуси мои полощутся. Вот как полощутся. Вот так вот. Вот. Так, ну а у них друзья, воробьи, синички. Ну, вроде сороки не летают. Сорок почему-то они гоняют. А вот маленькую птаху они не прогоняют. Они с ней дружат. Да, ну тут вот видите, у них корм в полном достатке. Вот сколько уже плещется, ну не знаю, минут 15 не выходит. Пока водится холодная, вон воробьи. Чирикают, скачут по веткам, по крыше. Друзья их. Знаете, почему жучок такой довольный? Да потому что он идет купаться на речку купаться идет. Жучка, быстренько, быстренько. Молодец, молодец, молодец. Жучка, ну какой же у тебя хвостик пушистый, а? Какой же у тебя пушистый хвостик. Все, завтра последний день, обещают жару. И все, жучком пришли на наши просторы. Ну, естественно, на пляже для жучки места не нашлось. Сейчас будем искать... где-то вот там вот. Сколько травы! Ох! Коров нету и коз. Сочной травы столько. Так, жучок, все. Идем, сейчас будем место тебе для купания искать. Побежал, побежал жучок. Так, здесь мы еще не купались, но тут берег не крутой. Тут нормальный берег, вот там вот даже отдыхающие сидели. Жучка купается, а я посмотрю, что там, как отдыхать можно. А, ну нормально здесь. Здесь, я думаю, вообще нормальный. И заход даже нормальный. Водоросли небольшие. Ну, кому водоросли не страшны. Жучка. А вон, видите? Там вот пляж наш, вдалеке. Вон там дети купаются. Жуч, ты все искупался? Искупался, мой хорошенький? Иди сюда. Иди здесь искупайся немножко. Иди. Иди здесь искупайся. Нет, жучка накупался. Все. Идем тогда гулять дальше. Купаются везде. Везде. Вон, вон. Где возможно любой заход, там купаются. Чё, грязная? А тут ил, наверное. Сейчас посмотрим жучку. О, жучка, ну ты... Ты серенький стал. А чё ты... А ты стал серенький, что ли? Ну нормально. Жуч, тебе так даже лучше, на самом деле, да. Я смотрю, тебе так даже лучше. Жуч, нормально выглядишь, ничего. Лечебной грязи приняла. Очень даже полезно. Сейчас найдем место, где тебе ополоснуться. Жучка. Ну, жучка. Так, жучок. Давай, давай, давай. Отмывайся. Куда пошел-то, жуч? А, у тебя свой путь. У жучки свой путь. Ох, тут рыбу солили, что ли. Жуч, что тут делать? Вон водомерок сколько. Ну, сука, водомерок здесь. Да, жуч? Смотрите, сколько водомерок. Ничего себе. Все измерят. Да. Вот они. Водомеры. Кадастровые номера сейчас там высчитывают. Кому что принадлежит. Жуч,
Отлично, отлично. Что, может мне искупаться? Еще подумаю. Ну, видали? Межевание воды делают. Вот молодцы водомерки. Сколько много и главное. Очень много. Впереди детеныши ворон. Видимо. Ну все, разлетелись. Не стали они дожидаться жучку. Жучка, а ты так и не отмылся. Сейчас тебя еще будем отмывать разок. Да? Ты серенький какой-то. Зелененький он был. Давай, жуть, еще вскупнемся. У тебя сегодня праздник. Мухи ЦЦ здесь нас атакуют. Пойдем. У тебя же сегодня праздник. Давай, надо купаться как можно больше. Пойдем. Пойдем, жуч. Пойдешь? Ты что, накупался? Вот это да. Ты же вчера тут купался. Так, смотрите, сейчас у нас, по-моему, намечается гроза. Сейчас как вдарит. Надо быстрее домой бежать. Жучка, побежали. Все-все, побежали. Если купаться не хочешь, то побежали. Видали, какой ветрище поднялся? О-о-о, вот это да. Вот тут тучи. А тут еще небо-то синее-синее. Жучка, текай. Текай. На нас идет ураган. Attention, attention. Текай, текай, жучка. Текай, текай. Жучка, иди за Ильей. Жучка. Жучка, жучка, жучка. Иди сюда. Угу. Все. Угу. Иди сюда. Каждый сал за себя. Жучка, иди сюда. Сейчас я его возьму. Ты ее поймай, Анжел, за поводок. Да. Гражданин Рыжко, привет. Ты что здесь ошиваешься? Что ошиваешься здесь? Ты пришел, а нас нет, а мы с жучком гуляли. Да, мы с жучком гуляли, мой хорошенький. Вон он, жучок, там трясется, видишь? Рыжуль, кушать пойдешь? Чуть покушаем, да? Ну, пойдем покушаем, конечно, что? Что время-то пропадать даром, да? Пошли, мой хорошенький. Пойдем, рыжулька. Пойдем, пойдем, пойдем. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Рыженький. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Пойдем кушать. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Пошли, пошли, пошли. Кс-кс-кс-кс-кс. Вот рыжий какими тропами ходит, видите? По дому, по отмосточке сейчас пойдет. По отмосточке. Да. Жучи, ты сейчас будешь кушать. Подожди, сейчас рыжульку покормим. А потом тебя, да, потом тебя. Так, жуч, ты мокрый, сюда нельзя тебе. Рыжульке можно, тебе нет, понимаешь? А рыжульке можно, а тебе нет. Рыжулька, ты не купался, понимаешь? Не купался совсем, да. Анжелка вон сейчас тебя нахлобучит быстренько. Иди-ка отсюда. Жучка. Жучка,
Вон нас смотрит, ждет. Жуть, сейчас тебе дадим покушать, подожди. Рыжуль приперся, да? Ну, давай я тебя покормлю. Давай покормим тебя, мой хорошенький. Вон и жучка хочет тоже покормиться немножечко. Да. Жучка. Нет, мы тебя кормить сейчас не будем. Не надо плакать. Не надо. Телефон хочу поставить, не могу. Видишь, во, поставил. Это мы сейчас рыжего кормить будем. А тебя попозже. А тебя попозже, жучок. Да, сейчас рыжего, потом тебя. Вот. У тебя еда из холодильника, она чуть-чуть должна на солнышке постоять. Хорошо? Хорошо, мой хорошенький. Рыжуля, иди кушай. Рыжуля, иди кушай. Смотрите, рыжуля где. Вот он. Вот он, рыжуля. Вот он, жучок. Рыжулька, иди кушай. Рыженький, иди сюда. Молодец, молодец. Рыжулька свою не отдаст. Очень хорошенький котик. Молодец. А вот банка. Жуч, вот твоя банка. Сейчас она из холодильника вышла. Сейчас немножечко отогреется. Ну, чуть-чуть, да? А то там жирок. Там же кашка с жирком. Сейчас чуть отогреется. И мы тебе дадим. Хорошо, жуч? Хорошо, мой хорошенький. Хорошо, хорошо. Жученька. Ну, купалась со мной, жученька, да? Но побаиваешься. Ты побаиваешься со мной купаться. Да. Ну, течение сильное, молодец, осилил. Да, жучка переплывала эту реку, я помню. Ну, правда, давно. Года два назад, но переплывала прям. От и до. Это она по мосту боялась идти. Представляете, у нее какие комплексы еще были. По железному мосту боялась идти. Вот. Но нас из виду потерять не хотела. Мы уходили, она как Чапаев переплыла реку. Молодец. Все, Рыжко собрался во свояси. Но тут бы все было бы хорошо, если б не гуси на пути. Так, задумался Рыжко, что же мне делать-то, а? А что же мне делать-то, я что-то не понял. Я не поняла. Это что ж такое тут происходит? Там гусаки у меня сидят. Да, мой хорошенький? Там гусаки. А мне надо с рычником по делам. Так, жидкий терминатор вот так вот делает. Вот так вот жидкий терминатор сделал. И куда дальше? Гуси, там у вас жидкий терминатор просочился. А, ну и как обычно, к дяде Мише. У рыжего здесь видите сколько ходов? И направо, и налево, да? Направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь, жену найдешь. Вот так и рыжий ходит, направо-налево. Да. Вы что, купались? Да я смотрю, купались. Так, сейчас мне нужно с помидорами и огурцами разобраться. Полить нужно все. Давайте. Сейчас все польем. Так, мои хорошенькие. Чё хотите? Салатца? На. На, мой хорошенький, кушай. Нать. Нать. Кушайте, кушайте. На. Кушайте. Давайте, давайте. Давайте, объедайтесь. Ульрих, ты только из рук ешь, да? Ну ничего, с полу поешь тоже. Вот рыжулечка встречает нас утречком, да? Да, рыжулечка? Утречком встречает нас. Будь здоров, мой хорошенький. Вот оно. Ну чё, сегодня ночью попрохладнее было, да? Чем вчера и позавчера. Вот он. Какой красивый. Рыж, ты чё облезлый такой? Ты что, под дождь попал? Мастер Йода. А, мастер Йода. Что случилось, мой хорошенький? Что? Что случилось, мой хорошенький? Так, я уже устал бабочек спасать. О, видите, опять на занавесках бабочек тут. Я уже вчера бабочек 5 спас, наверное. Ловил их и отпускал. Они здесь крыльями своими хлопочут. Да. Тут видите, вон у меня мух сколько.
Рыжуль, давай бабочек спасем кое-каких. Так, Рыжий, как Гэндальф, да, бабочки? Нашептал и отпустил ее. Нашептал и отпустил ее. Давай, давай, лети. Рыжуль, бабочку будешь? Вон, смотри, какая. Это бабочка. Давай, давай, бабочка. Оп. Все, улетела бабочка твоя. Мой хорошенький. Ты что, покушать пришел, да? Изнемождаешься, да, от жары? Жарко тебе, мой хорошенький рыжулечка. Жарко, мой хорошенький рыжулечка. Ты что, глазки закрыл, а? Что глазки закрыл? Сейчас покормим тебя. Пойдем посмотрим, как там у гусей делишки. И тебя покормим обязательно. Жучок, ну ты чё? Ты чё, тоже в теньке хочешь поваляться немножко, да? Чуть-чуть вчера тебя помыли немножечко от жары, ополоснули. Может, сегодня тоже тебя ополоснем от жары, неизвестно еще. Покупались вчера с тобой, да? Покупались, мой хорошенький. Искупались. Да, ну чё, вон Рыжко ждет. Рыжко ждет своей паечки. Жуч. Ну, чё, мой хорошенький? Чё, мой хорошенький жуч? Хочешь поваляться немножечко, да? Да, вот так вот, да, хочешь? Ну, хорошо, поваляйся, поваляйся. Поваляйся, мой хорошенький, поваляйся. Да, жучок, еще? Еще почухаться? Ну, хорошо, давай еще почухаем. Вот тут вот тебя, да? Вот тут вот. Вот тут. Хватит? Хватит, жуч, почухались, все? Ну все, жуч. Да. Ну чё ты? Чё, жучок? Чё ты, мой хорошенький? Ну сколько ж можно чухаться, да? Сколько можно чухаться, жуч? Ну ты хоть чистенький, и то хорошо. А то уже вонять начал, да? Уже запрел совсем, мой хороший. Все, жучок. Все. Нет, жучка может чухаться бесконечно. Так, сороки раскричались чего-то. Чего орете? Смотрите, смотрите. А ну иди отсюда. Или это детеныш сороки. Дай пожрать. Дай пожрать. Ничего нету в доме. Че вы думаете, хотел кофе попить, а потом Рыжко покормить? Так нет, вот он, приперся к дверце. Дайте покушать мне что-нибудь, а? И я пойду. У меня столько дел сегодня. У меня столько дел с утра. Ого-го сколько. Ого-гошеньки. Рыжулька, иди кушай. Иди кушай. И жучка смотрит на тебя и тоже кушать хочет. Да? Жуч, а мы вечером с тобой едим. Ты очень квандрант стал. Да, ты квандрант. Посмотри на себя. Мы с тобой только вечером едим. Да. Вот почешись, полежи, да, как следует. Почешись, полежи, да, и подумай. Сейчас жара будет, иди, копай себе нору и залезай туда. Рыжулька кушает. А мы тоже пойдем кофе пить и кушать. Все, друзья мои, на этом. Да, вот такой вот денек у нас был. Вот такое утречко. А что будет дальше? Смотрите дальше. Жучка говорит вам всем пока. Пока, мои друзья, пока. Ставьте большой палец вверх. Молодцы, молодцы.